Я думаю, что Рустам выиграет в любом случае этот поединок. И, ну, это будет интересно посмотреть визуально, потому что Тим Брэсон очень большой. И, конечно, он может все-таки... И он, в принципе, достаточно выносливый. И он может все-таки оказать какое-то сопротивление. Но судя с поединком, как он боролся с Квиквиней... А что не хватило Тиму Брэсону, чтобы выиграть? Я думаю, Бабаев выиграет. Брэсону не хватило? Да. Квиквиния просто очень хитрый борец. Очень хитрый. Он очень легко ищет ключ во время поединка, то есть самого. То есть он, помимо того, что он знает, как готовиться на соперника, и у него, мне кажется, есть не одна техника, которую он готовит на соперника. И он и пробует одну технику, потом другую, третью, четвертую. И все пять раундов он ищет ключик к победе и слабые места. И тем самым расшатывает соперника до последнего. Тем более он очень выносливый.